В метро Рима сломался эскалатор с футбольными фанатами. На одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор, который двигался с большой скоростью. В Риме на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор с футбольными фанатами. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Telegram канал Мэш. По данным ЭНСА, инцидент случился перед матчем между местной Ромой и московским ЦСКА. Как сообщают очевидцы, на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор, который двигался с большой скоростью. После остановки болельщики, находившиеся на нем, начали падать друг на друга. Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию посольства России, травмы получили 30 человек, 7 из них находятся в тяжелом состоянии. СМИ сообщают, что один человек остался без ноги. Станция закрыта. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. Ранее в метро Киева распылили неизвестное вещество, в результате пострадали около 10 человек. Также сообщалось, что на станции метро Олимпийская в столице в эскалаторе застряла нога ребенка. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите. По материалам сайта newsgro.com.